модельер Нелли Агафонова. Добрый вечер. На волнах Ютуба сегодня здесь, в театре Надежды Кадышевой. Золотое кольцо. На вручении премии «Национальное достояние. Персона России». Добрый вечер еще раз. Рада всех приветствовать. Что привело тебя, о Нелли, сюда? Меня привела награда. Мне сегодня вручили эту премию «Персона России. Национальное достояние» за мою коллекцию 812 года, посвященную 200-летию Бородино. Которую мы и снимали, кстати. Да, это точно. Вот. Видишь, какие мы счастливые. Удачу приносим. Это точно. И благодаря тому, что я сделала такую безупречную коллекцию. Именно поэтому у нас нет рубашек с Димой сейчас до сих пор. Ну вот да, вы же так до сих пор не доехали. Доедем. В 2 часа дня мне сказали не звонить. Кто сказал? Мы спим. А, я сказал тебе? Да. Нет, не ты. Кто-то сказал. Тебя предали. Ну ладно. В общем, Нель, мы тебя поздравляем с такой наградой. И ты персона России, национальное достояние, да? Да, да, благодаря своей коллекции. Вот так получилось в жизни, видите? Слушай, ты знаешь, вот есть такая интересная схема разговора, когда люди начинают разговаривать об увлечениях. Они говорят, ну каждый кто-то что-то собирает. И все время начинается с владельцев марок. Вот кто-то собирает марки, это первая фраза, которая идет. Ну, да. Говорят, кто-то собирает коллекцию 812 года. Но я собираю не только коллекцию 812 года, я еще собираю дорогие элитные ткани разных дизайнеров мира. Ты подходишь, просто вырезаешь у человека кусочек ткани прямо с его наряда? Нет, вы знаете, есть байеры, которые привозят с их показов. Вот и все. Все очень просто. То есть ты не палишь никогда себя таким? Нет, этим. Зачем? Есть люди, которые этим занимаются, зато я потом этим всем владею. Ну и я все-таки думаю, что тебе нужно поздравить всех других персон России с наградами. Да, я очень счастлива находиться вот как бы в зале с этими людьми, потому что это тоже национальное достояние. И книга, в которой это все напечатано, это большое счастье по одной простой причине. Это достанется моим детям, это достанется моим внукам, это достанется будущему моему поколению. То есть ты хотела продолжить правнукам, праправнукам, праправнукам, праправнуком. Умалчивает. Ну что ж, книга, направленная в будущее, Нелли Агафонова, модельер, дизайнер, здесь на премии «Персона года». До новых встреч, друзья мои.